Сотрудники госавтоинспекции продолжают специальные рейдовые мероприятия по выявлению лиц без права управления автотранспортом, нетрезвых водителей, а также тех, кто скрывает свое состояние, отказываясь от медицинского свидетельствования на предмет опьянения. Чаблахаглы Энрик Рудикович, 1979 года рождения, жителя Чемчирского района, управлял автомобилем в наркотическом опьянении. Фролов Сергей Владимирович, 1987 года рождения, житель Ставропольского края, совершил ДТП, управляя мотоциклом в наркотическом и алкогольном опьянении. Заранди Тимур Надаревич, 1978 года рождения, житель города Ачимчира, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Сейн Александр Валерьевич, 1986 года рождения, житель города Гагра, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Утиулов Руслан Ухалович, 1984 года рождения, житель поселка Цандрипш, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Хадыкин Павел Николаевич, 1976 года рождения, житель Кировской области, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Ашуба Дмитрий Гарьевич, 1995 года рождения, житель города Сухом, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Чеснов Роман Михайлович, 1990 года рождения, житель города Ачимчира, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Васильев Сергей Михайлович, 1972 года рождения, житель Республики Удмуртия, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Абгаджав Алхас Людвигович, 2000 года рождения, житель Гудаутского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Реница Леонид Яковлевич, 1982 года рождения, житель города Свердловск, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Абакимов Евгений Михайлович, 1977 года рождения, житель города Москва, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Еремеев Павел Борисович, 1983 года рождения, житель Гулрыпшского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Арсанукаев Магомед Нуритович, 1976 года рождения, житель города Гудаута, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Киракосян Артур Георгиевич, 1983 года рождения, житель Сухумского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Бигвава Астамур Павлович, житель Гудаутского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Кирджан Сергей Андреевич, 1973 года рождения, житель Гагарского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении без водительского удостоверения. Бобо Батал Вахтангович, 1988 года рождения, житель Ачимчирского района, отказался от медицинского свидетельствования на потребление нарковеществ. Аджинджал Аляс Юрьевич, 1981 года рождения, житель Сухумского района, отказался от медосвидетельствования на предмет потребления нарковеществ. Габилая Григорий Романович, житель города Гудаута, отказался от медосвидетельствования на предмет потребления нарковеществ. Рейдовые мероприятия, направленные на выявление злостных нарушителей, проводятся каждый день по всем районам республики.